Всем привет, дорогие друзья, с вами Автофин. Сейчас я буду рассказывать историю, которая случилась со мной еще, по-моему, 30 ноября, но освещать буду только сейчас. Вот. В общем, получилось так, что пошли мы в Макдональдс, и выхожу, смотрю, ко мне очень близко припаркован Мерседес. Вот. Настолько близко, что я удивился, как человек вообще смог вылезти. Вот. Захотел посмотреть на свою дверь, думаю, что мало ли он зацепил, там задел или прочее. Смотрю, и правда, у меня небольшая мятинка. Вот. Захожу в Макдональдс, как бы спросил, чей Мерседес. Оказалось, там дядя такой, по-моему, гражданин Израиля, как оказалось, потому что у него в правах было написано там аббревиатура Израиля. Вот, выходим, сперва он такой начал отнекиваться, говорит, типа, что, мол, не может быть, я не задевал твою машину. Вот, машины припаркованы обе, я открываю его дверь, показываю, что, ну, траектория идеально попадает в ту мятинку, куда он мне попал. Вот, он говорит такой, ну, и там уже как бы стало понятно, что, ну, как бы это он мне треснул дверью, следовательно, уже не стал отнекиваться, что это он дверью зацепил. Как бы у меня случаи такой подобные как бы случались, но обычно я замечал там или позже эту мятинку, царапинку или прочее, или вообще не замечал. А сейчас я как бы вышел, сразу же заметил, нашел, не знал, что делать, как бы вызвал полицию. Сперва человек сказал, что типа он согласен с виной, свяжется со своей страховой, типа ты не переживай, все будет хорошо, своей страховой свяжется, и типа я говорю, типа нет, что на всякий случай я хочу, чтобы полиция зафиксировала, потому что потом страховой мне скажет, что мы ничего не знаем, типа, и ремонтирует там свою машину сам. Машина у меня дорогая, там царапка очень маленькая, практически незаметная, но с другой стороны, я в ней совершенно не виноват, она появилась из ниоткуда, как бы я поймал виновника, поэтому я считаю, что правда на моей стороне. Вызвал полицию, приезжает полиция, видя всю ситуацию, говорит, что, мол, так и так, что это не дорожно-транспортное происшествие, обе машины были припаркованы, таким образом, ну, это не к нам обращаться, а обратились в свою страховую. Не засвидетельство никак полиция, не сделали там никакой ни рапорт, ни бумагу, ничего, просто уехали и все. Я говорю, ну, спасибо, мол, вот. Потом я с человека, значит, попросил, чтобы он от руки написал на бумажке то, что там я такой-то, такой-то, поцарапал такую-то, такую-то машину, согласен, что вина моя, там число, дата, подпись, там номера машин. Бумага, подтверждающая то, что он согласен с этим правонарушением, да. Моя машина застрахована в компании IF. Машина вот этого дяди, кто меня поцарапал, Mercedes, был застрахован в страховке ОП, этот Похелла Вакутус. Вот. Получается, я позвонил в свою страховку, и мне сказали, что нужно обращаться в Похеллу, потому что, ну, человек согласен со своей виной, мне надо туда обращаться. Вот. Крайне не понравилось обслуживание вот этого Похелла Вакутус, потому что я там висел, вот не соврать, наверное, минут по 15 висел на автоответчике, там, ну, музыка играет, знаете, я жду, пока мой вызов примут. Вот, это крайне не понравилось, мне постоянно приходилось звонить, и, как оказалось, вот этот дядя, кто меня поцарапал машину, он обещал, что на следующий день после этого происшествия, это вечером уже было, он обещал, что он свяжется со своей страховой, сообщит, и мне там туда-сюда все сделает. Как оказалось, ничего он не сообщил, человек оказался нечестный. Когда я сообщил в эту страховую, в ОП, что, ну, представился, объяснил ситуацию, назвал там, приложил фотографии, скинул на электронную почту фотографии случая, фотографии вот этой расписки, что он написал, и, получается, вроде бы оказалось все на моей стороне, и расписка, и фотографии, и так далее, но проблема оказалась в том, что если бы этот человек согласился с этим, позвонил бы сам, например, тогда никаких проблем, мне бы там сразу же уже назначили бы число там ремонта моей двери, проблем никаких не было. Но когда страховая начала пытаться с ним связаться, человек не брал трубку. Вот. Как бы по закону они не могут ничего начать делать, никакие действия, пока он не подтвердит, что да, так и было. Потому что мало ли, это я там мошенник, придумал что-то или еще чего. Вот. И получается, они ему письмо отправили, он у него тоже не ответил. Звонили ему, он не отвечал. И получается, случилась ситуация 30 ноября, и прошло там уже очень много времени, уже там было середина декабря.
И до сих пор там ничего даже не сказали, и до сих пор как бы все было на этой стадии, что человек не берет телефон, не отвечает. Я уже начал возмущаться, говорю, а если он вообще не ответит никогда, там, через год, через два, или вообще там что-нибудь такое, что мне вообще откажут, мне говорю, вот расписка, вот ситуация, говорю, берите с Макдональдса там камеры, я полицию вызывал. Вот. Мне сказали, что не имеет права, должны мы ждать туда-сюда. Вот. Потом мы, со мной была жена, мы заполнили бумагу. Я позвонил в свою страховку, ВИФ, спросил совета, что мне делать. Вот такая ситуация, уже жду полтора месяца, ничего не происходит. Дверь поцарапана, виновника я поймал, а ничего не происходит, да. Мне посоветовали, что был ли кто-то с вами свидетель. Со мной была жена, получается, и мы заполнили бумагу, что она свидетель. И так как у нас уже двое, получается, она свидетель, собственно, всего этого действия. Задачу там ложных показаний, получается, можно нести свою ответственность, если она врет. Как бы там это подписываешь, что ты в курсе с этим. И после этого уже наконец-то мне одобрили. В общем, скажу честно, с этим ОП ВАКу тут тоже у меня крайне негативный как бы, ну, опыт. Телефон не берут, не отвечают, не перезванивают. Ну, клиентоориентированность нулевая. При том, что у меня квадроцикл у них как бы застрахован. Не знаю. Клиентоориентированность просто ноль. Я там дозванивался по три раза, мне не отвечал никто. Письмо мне не прислали, потом, когда я уже назначил время ремонта двери там, да, в Lexus Center, мне не пришло, типа, этот claim number, что номер случая, чтобы я мог представить. В общем, клиентоориентированность вообще нулевая, крайне не рекомендую ОП Vacutus. Вот я, допустим, ВИФ, с ИФ у меня вообще все четко там, всегда очень информативно, подробно, вообще молодцы ИФ. Ну, ИФ, по-моему, вот такая страховая компания, если там небольшая разница в цене, я рекомендую пойти именно в ИФ. Самое интересное, что когда приехал, да, казалось бы, официальный дилер делал покраску двери наружную, внутреннюю ничего не красили, не снимали, а просто наружная покраска двери получается. Самое интересное, что нижний пластиковый молдинг, когда приклеивали, был приклеен чуть-чуть неровно, как бы. Я заметил все это дело, говорю, что это за фигня, никуда не годится. Оставил еще машину на день, возмутился, что, говорю, как так, я тут жду уже там 3 дня ремонт, а вот так вот происходит. И тогда мне дали уже на замену Toyota Corolla там в топовой комплектации. Кстати, очень понравилась, прикольная такая машинка, хоть по классу низенькая, но в топовой комплектации там и проекция была, и датчик слепых зон. В общем, такая заряженная, комфортная машинка, в принципе. На видео тоже вы ее посмотрите сейчас, увидите эту Corolla. Привет, дорогие друзья. Дали машину на покраску. Дали нам на замену Toyota Corolla новую гибрид. Как говорится, дали нам управлять мечтой. Снега нафигарило много. Нужно отдать должное, после небольших замечаний все сделали очень хорошо и профессионально, результатом очень доволен, машина снова выглядит прекрасно. И в конце небольшая шуточка, фотография обманзрения. Покажите своим знакомым и спросите, какого цвета это платье. Такой смысл, что наши глаза воспринимают по-разному, кто-то видит это платье сине-черным, кто-то видит его бело-золотистым. И на самом деле платье сине-черное, попробуйте посмотреть, отвернуться и снова посмотреть на картинку, возможно, ваши глаза перефокусируется и цвет платья поменяется. Очень забавно. Всем спасибо, дорогие друзья. С вами был Автофин. Надеюсь, видео было информативным и интересным. Не забывайте подписываться на канал.